Всем привет! Сегодня создадим откатную копию на внешнем жестком диске при помощи программы FS Архиватор. Значит, у меня располагается раздел корневой вот здесь. Я, значит, хочу сделать копию на внешнем жестком диске. Вот здесь вот. Значит, зашифровать. Все это дело сделать. 4 процессора выставлю на 4 ядра. А поскольку Linux, я могу выбрать вот самый компактный формат LZO. А здесь я напишу lmc черточка root. А здесь напишу свой, допустим, парольчик. То есть все, так сказать, путем. И сохраним. Пишут, желаете ли вы создать живой бэкап. Да ради бога, пусть создает. Нам-то, собственно говоря, какая разница. Ну и теперь просто ждем, когда закончится процесс. Таким же образом скопируем home. Итак, процесс занял всего лишь 4 минутки, и корневой раздел был сохранен. Теперь с таким же успехом мы возьмем и вот этот раздел, в котором 300 гигабайт, а на самом деле там занято всего лишь там 20, там, может быть, или 30. Но мы тоже вот так вот заархивируем и сохраним его вот здесь вот. Все сделано у нас правильно, остается просто нажать кнопочку и подождать. Да живой, пожалуйста, бэкап. Какая нам разница. В русском варианте перевода вот настолько было куца вот эта вот фраза переведена, что я перешел на английский язык. И здесь вы посмотрите, выставляется количество ядер процессора, чтобы быть использованными программой FS Archiver. А теперь заархивируем Windows 10. Заархивируем мы ее. Так, где у нас тут медиа? Ну, собственно говоря, я могу даже ее в эту папочку заархивировать. А затем просто переброшу ее в папочку, которую создам для винды. Вот и все. Значит, ну что, нажмем на создать. Так, gzip стандарт. Шифрование есть, все есть. 100 гигабайт и сюда. А потом перекинем. Хорошо. Нажимаем сделать бэкап. Вот здесь сейчас пойдет процесс создания. Вот, видно, что секундочки побежали. Подождем. Итак, процесс создания копии Windows 10 закончился. Потребовалось 28 минут, хотя вначале тут показывала даже 126 минут. Но в общей сложности процесс занял 28 минут. Значит, gzip стандарт при 4-ядерном процессоре. Значит, ну, что теперь можно будет сделать? Значит, ну, я пока программу закрою. У меня вот здесь вот, значит, имеется уже папочку, я сделал для десятки, для этой.
я просто перенесу ее в папочку для винды. А все ненужное потом удалю. Итак, файлики я перебросил. Ну, по размерам совпадает все. А теперь, значит, займемся издевательством над жестким диском. Каким, значит, образом? Вот зайдем в Gparted. Значит, у меня сейчас в данный момент на жестком диске Cinnamon и винда 10. Причем только что проверены. И 10, и Cinnamon грузится нормально, работают нормально. Все, как говорится, без проблем. Вот Cinnamon на 50 гигабайт на первом разделе, и 10, значит, на 100 гигабайт на втором разделе жесткого диска. Ну, давайте. Посмотрите, вот, занимает она почти что там 24 гигабайта. Вот я беру ее и форматирую в раздел NTFS. Как говорится, без дураков. Все, смотрим. Было там 24 гигабайта, ну, глянем. Вон, осталось 67 мегабайт крошки на рабочем столе. Понятно, да? А теперь, значит, запустим нашу программу архиватор. Заведем пароль. У меня, значит, откатные копии созданы на жестком диске моего компьютера и на внешнем. Вот давайте попробуем восстановим, значит, вот восстановить. Вот здесь, и я пойду на внешний, это медиа будет. Давайте посмотрим. Восстановить я хочу его вот сюда. Даю, значит, 4 процессора. Значит, и вот теперь посмотрите, нажимаю, значит, на восстановить partition. А у меня раздел зашифрованный, получаю сообщение. Не был введен ключ шифрования. То есть вот здесь вот я должен ввести ключ шифрования. Ключ шифрования введен. Пишу, значит, восстановить. Восстановить. Загрузочный сектор. Да не надо пока. Попробуем сначала без него восстановить. Вот таким вот образом. Итак, запись закончена. Длилась на 12 минут. То есть восстановление в два раза короче. Потому что создавали образ мы 28 минут. Ну, теперь посмотрим, проверим, что у нас тут получилось в Gparted. Запустим Gparted. Ну вот смотрим. Во-первых, цвет не поменялся, потому что если какие-то неполадки, то вот здесь возникает оранжевый кружочек. Можем еще раз пересканировать. Ну, я думаю, что цвет десятки останется такой же. Дальнейший план действий. Я сейчас загружу с десятки, там сделаю короткий видеоролик, что мы действительно находимся на винде, так что вот обратите внимание, здесь вот 14.50, где-то в пределах там 5 минут, я уже, скорее всего, буду на десятке, сделаю ролик. Затем я загружусь с флешки. С флешки я удалю первый раздел жесткого диска, и с флешки я на него восстановлюсь с внешнего раздела жесткого диска. Вот такая программа. Значит, восстанавливать я буду только корневой раздел. На домашнюю папочку я оставлю. Итак, я нахожусь на Windows 10. Помните время? Я, значит, выходил, было 14.51 минутка, там, пока я перезагрузился, пока зашел в винду. Ну вот, винда у меня практически десяточка, работает нормально.
Просто я здесь сделал ей классическое меню, мне так удобнее. Вот. И поэтому, ну, на любителя. Вот таким вот образом. Плюс, значит, у меня здесь есть вот программка, которая позволяет мне просматривать не только разделы винды, но и разделы Linux. Есть такая. Вот видите, Home можно просмотреть, Media, там все, что подсоединено, короче, вот оно находится здесь. Вот таким вот образом. А тут она, значит, показывает два жестких диска. Hitachi — это мой внутренний диск, а Samsung — это внешний. Вот практически и все. Поэтому, значит, программа FS Archivator работает корректно. Винду восстановил десяточку очень корректно. Итак, я сейчас нахожусь на флешке. Вот, можете вот здесь вот посмотреть. 3 гигабайта, свободно 2.3. Включаем нашу программу, заводим пароль. И плюс еще я включу Gparted. Программу я рано включил, ладно, пока выключу. Вот смотрите. Значит, вот этот раздел нам нужно отмонтировать. Extension 4. Он называется, по-моему, вот так. Обновим. Да. Вот, берем раздел на 50 гигабайт. 7.62 занято под нормальный, как говорится, Linux Mint Cinnamon. Вот берем и форматируем его самым наглым образом. Таким вот. И также будем восстанавливать будем первый раздел жесткого диска. Восстанавливать будем из внешнего жесткого диска. Он не хочет здесь восстанавливаться, да? Так, вот где он сидит. Значит, я буду восстанавливать раздел вот этот, root. Значит, у меня он зашифрован, поэтому я сразу введу ключ. Значит, восстановление идет на первый раздел жесткого диска из рута, то есть root в root. И нажимаем на кнопочку «Восстановить раздел». И пусть он себе... Так, загрузочный сектор. Даже, как говорится, не уверен. Ну, давайте восстановим. Пусть восстановит. А мы тем временем немножко подождем. Итак, восстановление закончилось. Буквально длилось снова чуть меньше 3 минут. Ну, давайте посмотрим. Мы всегда ведь можем еще и попроверять. Снова зайдем в программку Gparted. Ну, вроде бы тут оно все есть. Так, попробую я перезагрузиться уже с Минта и поглядим, что получится. Итак, я нахожусь на Linux Mint Cinnamon. Вот посмотрите, 50 гигабайт раздел, 6.7 занято, свободно там десяточка, там что-то такое. Короче, программа FS Archivator работает хорошо как
для архивирования самых разнообразных Linux, так и для винды, что и требовалось доказать. Вот мы можем посмотреть программка gparted. Раздела жесткого диска. Вот, ради бога, восстановилась полностью Linux Mint Cinnamon, восстановилась десятка. Home я не трогал. Почему? Потому что у меня здесь хранятся видеоролики. Поэтому вот если я пройду на видеоролики, вот они здесь все сидят как миленькие. Почему я трогать ее не хотел? Но при большом желании я, в принципе, мог бы восстановить и папочку Home. Но пока я этого делать не буду, потому что мне надо сделать просто видеоролик. Вот и все. Поэтому, значит, мое, значит, мнение о программе FS Archiver, архиватор, очень положительное. Единственное, пожалуйста, только не забывайте вот такой вот штучки. Покажу еще раз. Нацелю ваше внимание, чтобы не было этой дури. Так, вот поглядите, еще раз показываю на английском. Вот число ядер процессора, которое будет использовано программой FS Archivator. У меня 4 ядра, вот я ставлю себе 4. Это раз. Если вы что-то зашифровываете, ставьте сюда пароль, только потом его не забудьте. И самое важное, вот запомните, самый лучший формат для разделов Linux это LZO, он самый компактный. А самый лучший формат для архивирования винды, вот этот gzip стандарт. Не вдавайтесь там в крайности, там fast, best, fast, good там и так далее. Вот, берите стандартные, все, и будет, как говорится, вам счастье. Значит, теперь вот посмотрите, значит, особенности, значит, вот нашего русского кривого перевода. Значит, еще раз, число ядер процессора для использования программой FS Archivator. Это я так перевожу. Смотрим сюда. Так, где тут у нас? Вот. Ставлю русский язык. Сохранить установки. Выйти. Выйти и снова зайти. Ну давайте. Да ради бога. Ну, вот посмотрите, с какого дуру и с какого перепугу вот так вот было переведено. Число потоков решения. Только пьяный человек вот такую вот дурь мог перевести. Число ядер процессора, который будет использоваться программой FS Archivator. Или просто написали число ядер процессора. У человека одно ядро, ну взял он одно и поставил. Два ядра, два ставьте. Я ставлю 4, не боюсь. Почему? Потому что он у меня их использует, но он использует их не все. Я в это время могу и по интернету ползать, там и другие свои дела делать. Этого бояться не нужно. Поэтому вот, значит, особенности, скажем, нашего любимого кривого русского перевода, значит, ну, боком выползает, как говорится, и здесь. До сих пор непонятно. Очевидно, как говорится, переводчик просто-напросто был пьян. Вот и все. Потому что такие вот ляпы делать. Или надо быть пьяным в Драбадан, или просто быть вообще незнакомым с компьютерной тематикой. То есть число потоков решения. Ну, это вот придумать только вот нарочно, и то не придумаешь. Потоки решения. Ну ладно, в любом случае программа чудесная. Значит, сегодня вы увидели, как можно сделать копию и с Linux, и с винды, и сохранить ее на внешнем жестком диске. И при вас я затем нормальные разделы у себя на жестком диске поудалял и восстановил их с внешнего жесткого диска.
Значит, обратно. Один из разделов, который был, значит, не подсоединен, это была винда, я просто восстановил с внешнего жесткого диска. А другой, значит, я зашел на флешку, полностью, как говорится, это снова раздел, как говорится, удалил. И через флешку с внешнего жесткого диска я восстановил этот раздел. То есть вот такие вот самые разнообразные варианты создания, скажем так, откатных копий. Ну ладно, желаю вам всего доброго и до новых встреч.